Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Вчера в отсутствии экономических новостей из еврозоны и США по большей части наблюдалось коррекционное движение после падения за предыдущие три торговые сессии. В результате этого котировки достигли линии сопротивления 1.10.56.57, после чего уже в начале сегодняшней азиатской сессии наблюдалось нисходящее движение по данному рынку. На данный момент, учитывая нисходящее движение, более перспективными являются сделки на продажу, но в отсутствии на данный момент близости между ценами и линией сопротивления нисходящего тренда, будет рекомендовано открытие позиции на продажу после пробития следующей поддержки и закрепления ниже нее. Сегодня в 15.30 выйдет целый ряд экономических индексов, как индекс базовых цен, индекс розничных продаж, которые могут существенно повлиять на данный рынок, особенности если прогнозы будут оправданы и безусловно данные выйдут достаточно положительными, так как и ожидаются. В этом случае мы увидим укрепление американского доллара и дальнейшее падение многовероятно. Также в 20 часов 30 минут стоит обратить внимание на речи Джанет Йеллен, которая также может быть воспринята участниками рынка достаточно активно.